Друзья, раздача на Камелии. Вот детвора стоит за кашей, хлебом и сладостями. Вот очередь ходит. Вот очередь за зеленью стоит. Здесь мы даем зелень. Я уже отнес ее. Мы задали вопрос, почему сегодня так много людей, сегодня больше, чем обычно. Сказали, что у людей сегодня света нету, где был. Сегодня его нету, поэтому людей сегодня больше. Вот так вот и выживают люди с Мариуполя. Что пока борются с условиями, пытаются выжить. Пытаются каким-то образом выжить. В очередной раз я благодарю вас за то, что вы нас поддерживаете. Вот здесь мы, как всегда, выдаем детям сладости. Здесь мы хлебушек выдаем сейчас, наш фирменный. Так, здесь у нас фирменная каша, сегодня гречка. В районе 800 литров каши и около 2100-2200 хлебушка у нас. Это только на Мариуполе. Люди подходят, получают. Как вы видите, у нас полная машина, несмотря на то, что раздача уже полным ходом идет. Полная машина хлебцов, вот кашу подносят, наверху сладости, вот водичку у нас здесь выдаем. Вот водичка, ну сейчас давайте посмотрим. Вот водичка аккуратненько для людей. Ну, собственно говоря, я вам показал сейчас всю раздачу. Нам нужна ваша помощь, поддержка, как вы видите сами. Без нее мы просто не справимся, и люди нуждаются, они ждут нас. Спасибо всем большое.